Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я очень рада вас видеть на моей кухне. Сегодня я приготовлю спагетти с курицей и овощами. Для этого мне понадобится куриная грудка, масло растительное, черный перец, соль, стручковый горький перец, орегано, сладкая паприка, порошок, лимон, чеснок, стручковый сладкий перец, небольшая морковь, зеленый лук, кетчуп, уксус и соевый соус. Ну и, конечно же, спагетти. Для начала я замариную куриную грудку. Я ее нарезала на вот такие полосочки. Теперь добавляю сюда уже натертый чеснок. Одну чайную ложечку лимонного сока. Косточки мне не понадобятся. Черный перчик и соль. Все это хорошо перемешать. Вот оставлю я в таком виде грудку примерно минут на 15-20, пока я буду варить спагетти. Вода уже закипела. Я ее посолю. Добавлю сюда в воду 1 столовую ложку растительного масла. И опускаю спагетти вариться. Спагетти готовы, можно их отцедить и промыть. А теперь я приступлю к приготовлению куриной грудки и овощей. Немного разогреть нужно масло. Масло я возьму 3 столовые ложки. Опускаю сюда нарубленный чеснок и обжарю его примерно секунд 20. Сюда же опускаю уже приготовленная, замаринованная предварительно грудка. Грудку надо потушить приблизительно 5 минут. Сюда же добавляю кетчуп, буквально через минутку я добавляю нарезанный лук. На крупной терке натертую маленькую морковь. Еще через минутку я добавляю нарезанный сладкий стручковый перец и зеленый лук.
Потушу все вместе примерно еще 1,5-2 минуточки. Блюдо получается очень острым, поэтому если вы сильно острое не едите, добавляйте все приправы немножечко поменьше. Я имею в виду, например, так как черный перец, горький стручковый перец поменьше возьмите. Теперь я добавляю немного воды, миллилитров 50. И на самом маленьком огонечке потушу, ну, минуты 3. Курочка с овощами приготовилась. Теперь сюда я опускаю отварные спагетти. Зеленый лук. И все вместе хорошо перемешиваю. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А на сегодня я прощаюсь с вами, желаю вам приятного аппетита. До новых встреч. Пока!